Мы на месте. Мы приветствуем Санду, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она так тихо кивает, но она как в каком-то состоянии. У нее в руках как кисточка и другой краски, круг такой, и на ней какой-то костюм, полностью ее закрывающий, ей жарко в нем. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Санду, выведи эту кисточку, сними с нее этот костюм. Подсвечиваются все чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, которые соединены с этими артефактами. Отключая их, выводи полностью до 100%. Все подключенное пульсирует. Сканер видит четко и ясно. Он такой мешковитый, большой, ноги, руки, все полностью в этом костюме. Впереди как застежка у нее. Сканер все отключит. Клетки. В клетке уже, отлично. Хорошо, больше ничего не мешает визуально. Санда, вы меня слышите? У нас говорит, слышу, но на голове еще что-то звучит внутри. Хорошо, сейчас проверим. Сканер просканируй пространство над головой Санды. Отключи эту подключку. Подсвечиваются все чипы, датчики, импланты, конвекторы с ней связаны. Они пульсируют. Сканер видит их четко и ясно. Выводит, отключает все. И как выходит, отправляя в клетку тюрьму. Они как наушники на голове, но там звук низкочастотный какой-то. Хорошо. Вышли. Отправляю в клетку тюрьму. Так лучше, Санда? Да. Начинаем работать. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Санды под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Санды. Находит все. Но у нее демон. Демон. 12-й. Есть. Дальше инкуб. Есть. Красный дракон. Есть. Рептилоид и 2 Грея. Чей-то костюм, кисточка, наушники. Наушники Грея, костюм дракона. Дракон у нас любитель костюмов. Искусство. Серьезно? Какой у нас красный дракон, Вера? 71-12. Демон 12. Сколько ты находился в этом биополе? 5 лет. У тебя есть контракт? Нет. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 3 года. Красный дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 12 лет. У тебя есть контракт с ней? Да, есть. Соглашение. И рептилоид с 2 Греями. Сколько вы присутствуете в этом биополе? 4 года. Какая цель этих наушников? Изменение вибраций звуковых. Понижение, скорее всего, вибраций. Не так ли? Разное понижение, повышение и реакция. И зачем вы это делаете? Изучаем. Что именно? Параметры. Какой у нас рептилоид, Вера? 82. Телобранд? Да. Хорошо. Начинаем работать. В процессе работы буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Санды спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Красный дракон, какой у вас договор? Я даю художественные идеи. Она мне свои энергии разрешает мне находиться здесь. Ты ответственен за то, что у нее не получается финансово себя содержать и получать блага. Нет. От своей работы. Демон, это твоя работа? Или кто замедлял ее финансовое развитие? Никто из них. Кто из вас присутствует в квартире Санды? Мы сегодня ее чистим. Инкуб. Инкуб присутствует в квартире? Да, он присутствует в квартире. Он показывает, что он выгоняет мужские энергии оттуда. Ты не допускаешь мужские энергии в эту квартиру? Да. Интересно, я еще, честно говоря, не помню, когда я видел инкуба в квартире. Демон не присутствует в квартире? Он показывает, что он не хочет выходить из нее. Нет, он не присутствует. У красного дракона нет платы? Есть платы у красного дракона. А почему красный дракон не отвечает на вопрос, когда я спрашиваю, кто еще присутствует в доме? Не успел он ответить. Значит, я быстро говорю. Рептилоиды и 2 Грея. Ваши платы есть в квартире? Нет. Хорошо. Ждем окончания реверса. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Санда забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Усилию потоки в 50 раз. Кто из вас присутствует в других членах семьи? В детях и в муже? Никто. Хорошо. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Грей, что-нибудь осталось на вашей чистоте вместе с рептилоидом, что я еще не вытащил? Да, осталось. У них пластина в позвоночнике. Свечу эту пластину, сканер просканирует эту пластину. Отключи ее полностью, выведи ее из биополя. Она как чешуя вдоль позвоночника. Вытаскиваем, все выходит.
Готово. Выстраиваю от Санды прямой канал к этой пластине. И Санда реверсом отдает все негативное патогены низковибрационное, что она от нее получила. 1, 2, 3. Пошел поток энергии, усилив его в 100 раз. Посмотри, что идет. Зеленая, темная энергия, как чешуя. Ретилоид – это твоя энергия? Да. Значит, вы что-то не договариваете, мне кажется. Мне внедрили немного. Если бы это было немного, я бы, может, возможно, ее не заметил. Биоклеток рептилоида. Ну вот. Сканер, дай мне полноту души Санды на настоящий момент и состояние ее энергетических тонких тел. У меня 90% души. Над клеткой ответственным загорается маячок. Кто ответственен? Это пластина, которую мы вывели. Ваши карты становятся все хуже и хуже, рептилоид Грей. Реверс закончился. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Санда забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все родные энергии. Все, что на чистоте Санды находится, мощным потоком пошло назад. Усилию потоки в 100 раз. Но ей идут и биоматериалы, частички души идут. Сколько биоматериала они украли, сканер? Дай мне цифру. До момента возврата. Поменяли. Для меня это украли, потому что вам никто согласия не давал. Итак, сколько они украли? 1%. Как 1? Нам 10 не хватает. 1%, понятно. Биоматериала и 10% души. Все понятно. Грей, наверное, не поняли, что здесь нельзя обманывать. За это можно реверс закончился. И получить наказание серьезно. Отправляю эту пластину в клетку-тюрьму. Дай мне полноту души Санды на настоящий момент. Сканер. 100%. Начинаем с вытаскивания. Грей, все вытащили. Красный дракон, выходи, вытаскивай свою плату. Все, что у тебя есть, отключайся и возвращайся назад в клетку. У него нет ничего, все снял. Костюмовым. Инкуб, твоя очередь, выходи, отключайся, снимай все, что я оставил в ее биополе. Накидка была? У меня кольцо на шее. Опа. Снимает он. И что это за кольцо? Как оно действовало, расскажи мне. Как ошейник, держит на поводке ее возле себя. Дома. Так любишь дом? Да, ему не нравится, когда она уходит, приходится сталкиваться с другими сущностями, так как он в ней. Понятно. Он снялся. Хорошо, идем дальше. Демон, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью. На месте доложи, что ты все снял. Скажи мне, есть ли лярвы в биополе Санды? Не живота, затемнение. От инкуба, хорошо. И еще горло. Есть. А горло от кого? От кольца инкуба. Все понятно. Ты хочешь получить эти затемнения? Да. Отключайся, на месте доложишь. Я дам отдельную команду. Он снял с ног утяжелителя. Хорошо, разрешайте забрать все эти затемнения. Ничего не забывая, возвращайся назад. Готов. У нас сейчас рассинхронизация не получится из-за заключенного контракта, поэтому договора, поэтому мы сейчас будем его аннулировать. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Санда должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю вслух, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активно подсвечивается. У меня вышло соглашение. Пусть тонкая копия повторяет за мной. Внутренней властью мы закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Санды с демоном, инкубом, красным драконом, рептилоидом, греями и их артефактами. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Санде, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Итак, демон, ты не присутствуешь ни в ком из членов семьи, ты не присутствуешь в квартире, правильно? Правильно. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Инкуб и красный дракон. Я сейчас открою 2 портала в квартиру Санды. Вы соберете все, что вы там оставили, на своей чистоте. Я приду, проверю и открою вам портал на вашу чистоту в первый раз. Все понятно? Да. Открывается 2 портала в квартиру Санды. 1, 2, 3. В один идет инкуб, во второй идет красный дракон. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь.
А я здесь слушаю тебя. Приветствую, Ли. У меня здесь рептилоид 82-й, 2 Грея, наушники были на голове, посылали энергию, какую-то частоту, понижающие вибрации. Ни слова не сказали за то, что они украли 10% души и 1% биоматериала. Все находится в клетке. Скрещивание делали, мы их забираем, забираем также все их артефакты. Благодарю тебя. Конечно, делали. А обманывать Грея, я вам говорил, плохо. Их забрали. Клетка пустая, Вера. Ничего там не осталось. Костюм должен был остаться дракона, да? И кисточка эта. Есть? Да, есть. Открывая, поднимем воронку в галактическое ядро. Все это улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Поехали дальше. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Санда, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Я хочу творить.